Привет-привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова. И сегодня я хочу вам дать 5 синонимов слова «большой». 5 синонимов слова «большой». Как еще мы можем сказать «большой» на русском языке? И сделаю я это на примере очень необычного здания. Это музыкальная сцена, это концертный зал недалеко от Парижа. Сен-Мюзикаль, музыкальная сцена. И здесь все большое. Давайте посмотрим, какие есть синонимы. Начнем. Первый синоним слова «большой» – это «громадный». «Громадный» значит «очень большой». И вот посмотрите за мной. Это громадный купол музыкальной сцены. Это главное здание этого концертного зала. И рядом находится такой парус из солнечных панелей. Громадный. Первый синоним. Второй синоним слова «большой» – это слово «масштабный». «Масштабный» – это более серьезное, более официальное слово. И это значит «очень большой». Обычно мы говорим так о проектах. Например, «масштабный проект». Вот смотрите, я сейчас на такой масштабной лестнице, которая идет к парку. Парк прямо на крыше концертного зала. Масштабная лестница. Синоним номер 3 – это гигантский. Гигантский значит очень-очень большой. Посмотрите, вот в центре этого музыкального зала находится гигантский экран. Он реально просто гигантский. Если вы думаете, что у вас в квартире, в гостиной большой телевизор, посмотрите, каким гигантским может быть этот экран. Гигантский. Синоним номер 4 – это огромный. Огромный значит очень большой. Вот около музыкальной сцены находится скульптура. И это огромный большой палец. Огромный большой палец. Это произведение французского скульптора Цезара. Огромный. И последний синоним слова «большой» – это не одно слово, это два слова. Это внушительных размеров. Что-то внушительных размеров. Внушительный значит «очень большой». И размер – это сколько сантиметров, сколько метров. Мы можем сказать, это концертный зал внушительных размеров. И это правда, он действительно внушительных размеров. Он находится на острове, он занимает половину острова на Сене. Я надеюсь, что вам понравилось. Если вы хотите больше узнать об этом интересном месте, приходите, пожалуйста, в мой клуб «Русская дача». Смотрите видео о музыкальной сцене. Узнавайте новые слова. Ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь, пишите ваши комментарии, пишите примеры с новыми словами, которые вы узнали, с синонимами слова «большой». Мы сказали, это громадный, огромный, масштабный, гигантский и внушительных размеров. Пока-пока!